Сегодня 203-я годовщина со дня рождения Тараса Шевченко. Президент Порошенко вместе с супругой возложил цветы к памятнику поэту в столице и вручил шевченковские премии деятелям культуры и искусства. Их удостоились поэт и издатель Иван Малкович, режиссер-мультипликатор Степан Коваль, художник Николай Малышко и львовский композитор Богдан Афроляк. В этом году размер премии составил 240 тысяч гривен.